Но да, мы останемся в темноте, и здесь у нас будет... Сейчас будет все вырублено. Это вот такой зайчик. О, мой зайчик, это мой зайчик. Это твой зайчик. Замечательный, по-моему, как зайчик. Давайте поаплодируем его автору. Обычно, когда мы снимаем кино или мультфильм, снимаются фронтально, да? Снимается, допустим, объект и, допустим, кино. Оператор выглядит даже на телефоне. Телефон это считайте камерой. На телефон вы как снимаете? Вот посмотрите. Вот так, да? Фронтально. Это называется фронтальный сон. А в анимации принимаем прием. Называется вертикально. Мы располагаем. Вот здесь располагается камера. Меня слышно? Да! А здесь у нас располагаются слои. Для чего делаются эти слои? Для того, чтобы мы имели возможность отдельно работать с персонажем и отдельно работать с фоном. Чтобы каждый раз не повторять, но если нам понадобится, мы можем двигать фон, тогда мы ощущаем, что персонаж двигается. Значит, ребятки, я хочу вам сказать одну хитрость. Так, дальше бай. Thank you.
Понимаете, да, как это достигается? Вот. Молодцы! Молодцы! Во Франции некоторые женщины придумал аппарат, который создавал самый настоящий мультфильм. Фильм уже больше 130 лет. Сейчас вы увидите этот аппарат. Это уже попозже,
первые кадры кинематографа. Но спустя какое-то время. И поэтому, когда пришел кинематограф, он отчаялся и разбил свой аппарат, выбросил все свои пленки, все. У нас до сих пор остался только два мультфильма от него. Один мультфильм вот этот, он называется «Купальщики». Это самый первый мультфильм в истории анимации. Вот с него и начинается. Вот этот человек, который придумал. Вот так работал его аппарат. Я эти композиции, значит, я всегда все снимал в одном, как бы, как вам сказать, так. Я все это делал в единственном экземпляре, как бы, постановка. Моя студия, она, как бы, я ставлю все на столе, вот то, что вы видите вот, да. В большом экземпляре, это все, как бы, то есть в таком масштабе я еще не делал. Все это, sorry. Все это было сделано за 4 дня вот здесь. Это был буквально день и ночь. Мы все это, мне ребята тоже помогали. С ночи до утра практически работали. А сами композиции, они были сделаны в течение нескольких лет. Начиная, были композиции, которые с 19-го года были сделаны. Ну и так и ранее. Это мини-версии, да, скажем так? Они, знаете как, я вот, я постоянно использую различных темах, разные фотографии, допустим, реквизиты. И эти реквизиты, они пользуются в зависимости от того, что я снимаю. Если например, например, экологическая энергия, там уже используются ветряные мельницы, а вот, например, те же самые елки, они могут использоваться на другой теме. Поэтому я делаю какие-то миниатюры и оставляю их на полке, они нужны бывают в разное время, в разные... Нужные... А для чего они бывают? А я использую стоковые фотографии. Я как бы занимаюсь именно продажей фотографий на этом международном уровне. И как мне бывают нужны реквизиты, и я их использую по мере необходимости. Там свет тоже используется. Ну, делаем все, что вы уже посмотрели, наверное. Здесь делаем все, что как бы попадает в тему и делает как бы общую картину красивую. В этом центре обучать этому детей? Скорее всего, да. Мы ожидаем, запускаем здесь программу как бы креативной художественной фотографии. Здесь не только будет именно фотография, здесь будет еще генерация идей, как можно что-то сделать из чего, как на это меньше затратить там времени, ресурсов или же там... Ну, короче, сделать, грубо говоря, из ничего что-то. Ну, это я культурно выразился. Да, я поняла. Да. Начнется мастер-класс по дизайнингу здесь, в этом зале. Спасибо большое. Спасибо. 20 минут. А, поднять тебя? Да, что это? Потрогать детям, но, пожалуйста, не трогайте, просто смотрите. Здесь можно просто разрушить одним прикосновением, потому что это очень щепетильная работа, и маэстро настраивал в течение 5 дней все эти свои прекрасные работы. Да. Эти композиции, они, их важно снимать именно желательно с того ракурса, где настроена камера, потому что мы именно настроили, даже если снять выше улицы, те изъяны, которые мы посмотрели, которые помогают для того, чтобы они, как бы, съемка была сделана. Вот видите, отсюда совершенно другой ракурс.
Международный день анимации, и сегодня открытие в честь, весь мир празднует день анимации, и мы под это прекрасное событие открыли, наконец, студию цифровую, которую будет заниматься цифровым искусством, туда будут входить и фотографии, и анимация, и digital art, и компьютерное искусство, и съемка видеороликов, и видеороликов для TikTok, и фризлайтинг, и мобилография. Это все направления, которые будут идти в нашей студии. И это считается бомбой для нас, потому что очень долго мы к этому шли, и центр полгода готовился к этому событию, и именно в день анимации это можно, только это можно и делать. У нас два мастера сейчас выступают, и мы спускаем старт двух очень интересных программ. Первая программа по фотографии, моделографии, цифровой фотографии, по фризлайтингу. Это большие мазки фотографии, которые будут показывать, и люди будут этому учиться. Очень классный момент, что этот художник Эльфин Закерли, он мне показывает, как делать с фотошопом. Фотошопом сейчас все делают. Он делает без фотошопа. И это уникально, потому что он делает такого уровня выставку, такого уровня работы, которые гарантированно дают человеку понимание, что он сам может создавать свои миры. То есть у нас там созданный мир абсолютно уникальный. Он фотограф, он экспериментальный фотограф, и он создатель вот этих анимационных миниатюр. Таких аналогов в мире нет. И когда у нас его заберут в ближайшее время, скорее всего, я думаю, что придут в какой-нибудь Голливуд, и у нас его заберут, то я с ним заранее уже попрощалась, потому что это уникальные вещи. Это фотограф, который делает, он очень известный в узком мире специалистов, он делает для стоков.
для стока фотографии. Вот эти вещи без фотошопа делаются. А здесь у нас происходит анимационный стол, и мы на анимационном столе будем делать потрясающие вещи, связанные с стоп-моушеном анимацией. Это перекладная анимация, которая сейчас очень модна в клипах, в мире, и подростки очень используют. И это студия, которая будет заниматься двумя направлениями. Мир Абдулаев. Вот с ним можно будет поговорить. Понятно. Я еще хотела узнать...